Всем доброго времени суток. Получил очередную бандероль с Китая. Это карточка microSD и так называемые аккумуляторы. Так, вот она наша карточка на 64 гигабайта. Netac фирма. Ну и в общем. Так, давайте вскроем ее, посмотрим. В принципе, ничего нет. Одна microSD карта. Без переходника, к сожалению. Ну, в принципе, он мне и нафиг не нужен, этих переходников уже куча целая. Так, и аккумуляторы Xiaomi. Вот такие вот аккумуляторы. Нашел я их случайно на сайте GearBest. Так, общая стоимость данной посылки $12 обошлось мне. Учитывая, там какие-то бонусы были. Так, как она здесь открывается, непонятно. В общем, смотрел я описание этих, отзывы. В принципе, пишут лучше, чем обычные батарейки, но никакие это аккумуляторы там. Ничего особенного в них нет. Сейчас попробую вскрыть. Так, ничего у меня не получается со вскрытием данного контейнера. Все-таки вскрою его. Так, а не получается, потому что здесь заклеено прозрачным скотчем. Вот, я отклеил его, и вот так вот выглядят данные аккумуляторы в виде радуги, разноцветные батарейки. Ну, то, что здесь написано, читать не будем, тем более не видно нифига, что там написано. Скажу, что емкость их около 1300 миллиампер, да? Это уже замеренное, то, что замеряли, люди покупали. Ну, в принципе, по качеству, как говорят, очень качественные, хорошие батарейки фирменные. Ну, естественно, перезаряжаемые. Вот такие вот батарейки, вот такая вот microSD карта. Так, добиралось все это барахло непонятно какой службой доставки. В принципе, около месяца где-то добиралось. В Украине лежало с 22 числа на таможне. Что они там делали с ними, я не знаю, но вот столько лежало. Так, и здесь мы видим еще на батарейках дату. Апрель, 7 апреля 2016 года. Ну, наверное, где-то в такое время я и заказал его. Вот около месяца они и добирались. Как оно будет работать, это еще посмотрим. Также и про карту памяти. Отпишу в комментариях. Проверю ее. Реальная ли у нее емкость 64 гигабайта и как она работает. На этом все. Всем спасибо. Пока.